Привет, друзья! В этом видео вы узнаете, когда выйдет 155-я серия турецкого сериала «Мафия не может править миром» и что будет в 154-й серии. 155-я серия выйдет на экраны Турции 4 февраля. В русской озвучке она будет доступна через несколько дней. Напомним, в 154-й серии турецкого сериала «Мафия не может править миром» мы увидим, как люди, которые служат Хизиру, приглашены в дом Алтан. Но при этом к ним здесь отнесли совсем недружелюбно. К ним приставили оружие и предложили сделать выбор. Если они не соглашаться служить ему, то погибнут. Туфана жизнь начинает находиться в большой опасности, и его желают убить. Вероломство и предательство. Хизир принял окончательное решение, и теперь он собирается организовать небольшую войну. При этом провернуть все это он планирует с помощью Хазира. Как только его люди оказались возле дома Джингиза, то сразу же открыли кровопролитную перестрелку. Хизир понял, что необходимо сделать так, чтобы Туфан совершил ответное действие. А для этого ему предоставили информацию о том, где хранятся боеприпасы, а также само оружие. И все пошло именно так, как планировал Хизир. Туфан стал рассказывать Джингизу обо всем, что только могла говорить ему в последнее время Марьям. А затем люди Джингиза и он сам оказались в кровавой ловушке, из которой им не удалось выбраться, и все они погибли. Зира начинает просить обещания о том, что он больше никогда не станет огорчать Марьям, и он дает слово, что выполнит его. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал и нажимать на колокольчик, для того, чтобы первыми смотреть наш выпуск. А также писать комментарии, ведь мы их все читаем. До скорой встречи!